11 марта в одной из аудиторий Даугавпилсской средней школы дизайна и искусства Саулас Скола было непривычно шумно. Непринужденная творческая атмосфера как нельзя лучше располагала к непредвзятой оценке экспонатов будущей галереи яиц. Перед членами жюри, профессиональными художниками, учителями визуального искусства и специалистами городского самоуправления стояла непростая задача – отобрать лучшие работы участников конкурса акции «Самое красочное пасхальное яйцо». Первая акция по украшению улицы Ригас проходила в прошлом году. Ее инициатором, организатором и главным исполнителем выступила Саулас Скола. Судя по отзывам, задумка очень понравилась горожанам и гостям Даугавпилса. Поэтому в юбилейном для города году конкурс было решено не только продолжить, но и сделать его более интересным и масштабным. Приглашение участвовать общеобразовательные школы приняли с энтузиазмом. У нас уже некоторый опыт есть. Мы предложили Пилсац изглитивс парвалдой, чтобы вместе организовать акции, в которые будут участвовать все школы. Город в этом году празднует такой красивый праздник. Я очень слежу за этим, какие мероприятия проходят в городе. И очень много мероприятий посвящается вот именно этому празднику города. И мы тоже решили на День Пасхи, чтобы уже наш город засиял весенними цветами, что будет... будет служить как подарок празднику города. Чтобы иметь возможность выбора, организаторы предложили школам прислать по несколько эскизов. В количестве участников конкурса – ученики младших или старших классов, фантазии ребят и техники исполнения авторов не ограничивали. В итоге от 14 школ было получено 83 яркие по цветовой гамме оригинальные работы. В этой работе ребенок хотел показать стиль в искусстве. Это называется неопластицизм, и вот это такая одна из его интерпретаций. Вот это такая работа. Да, это традиционно, это, конечно же, весна, это цветы первые, распускающиеся, голубое небо, такие нежные краски. После детального обсуждения лучшими жюри признало 20 работ. Некоторые школы получили возможность раскрасить по 2 пасхальных яйца. Красить их школьные команды, авторы лучших эскизов, будут 24-25 марта в кинотеатре «Ренессанс» под чутким руководством педагогов Саулас Скола. Важно, чтобы пасхальное оформление органично вписалось в городской пейзаж. Это все-таки художественная акция, но если каждое яйцо высотой 1,5 метра, это уже почти архитектура. Так что архитектурный ансамбль пасхальных яиц, наверное, дополнит архитектурный ансамбль улицы Ригас. Оформление галереи пасхальных яиц на улице Ригас начнется в конце марта. По замыслу устроителей конкурса акции во время осмотра любой желающий сможет путем голосования назвать работу, которая понравилась ему больше остальных.